это парковка для велосипедов. Причем, заметьте, она здесь достаточно большая. А если обратить внимание на то дальнее здание, то это спортзалы. Матиас Клаудиус Гимназиум. Именно в этой школе мне предстояло провести 3 месяца учебы. Уютные корпуса и дружеская атмосфера. Для учеников этой гимназии школа – одно из любимых мест. Возможностей здесь море. И, кстати, как я уже сказала, спорт действительно в приоритете. Уроки проходят в интересной форме. Учителя ведут живой диалог с детьми, а в качестве удобства – интерактивные доски, пятидневка и никакого дресс-кода. Так школа становится совершенно не скучной. Учатся здесь не только базовым предметам. Важное место отводится и творчеству. Хор, игра в оркестре, театральное искусство и рисование. Все эти занятия стоят в расписании у ребят. А перемены здесь, ну, очень большие. И после интенсивной работы можно хорошо отдохнуть. В такой школе время пролетает незаметно. Кстати, гостям здесь всегда рады. Может, поэтому мне моя школа очень понравилась.